Россия выбирает будущее. Голосование на выборах президента в самых восточных регионах страны идет уже несколько часов. В мусорном ведре возле одного из домов в поселке Артемовска мы нашли кучу бюллетеней. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 бюллетеней. С разных участков. Один номер 343 избирательный участок, а другой номер 345. Все с печатями, с бланками. Все бланки за одного кандидата, за действующего президента Путина ВВ. Я не ровно все записаны. Лежали аккуратно в мусорном ведре. Аккуратно свернуты. Все с печатями, штампами. Вот они, пожалуйста, с голограммами, с подписями. Вот так проходят выборы. Фальсификация чистой воды. То есть свободно на улице можно найти целую кучу избирательных бюллетенев. Да, уже проставленным. Проставленными галочками. Действующим президентом. Пожалуйста. Владимир Путин присоединился к россиянам, проголосовавшим на выборах президента. И сегодня весь наш народ выбирает главу российского государства, верховного правителя русского мира, чьи границы мы еще не обозначили, мы только формируем его. И выбирают хозяина земли русской. И это не только Россия, но это и верховный правитель всей планеты Земля. Верховный правитель всей планеты Земля. Мы команда, да? И мы сделаем это вместе, да? Отец народов когда-то говорил, что не важно, кто как голосует, важно, кто как считает.